В эфире мы продолжаем выпуск. Дагестанского полицейского младшего лейтенанта Магомеда Нурбагандова представят к государственной награде. Посмертно. Он отказался выполнить требования боевиков и сохранил офицерскую честь, достоинство, верность присяге и своим товарищам. Почему, выложив видео убийства полицейского в сеть, бандиты вырезали главный фрагмент? И как им пришлось ответить за то, что сделали? В репортаже Антона Лядова. До сих пор мы плачем. Он как мужчина погиб. Больно, страшно, но эти кадры в родном селе Магомеда пересматривают до сих пор. До выстрела в голову 52 секунды. Магомед прекрасно понимает, что сейчас произойдет. В последний момент боевики Магомеду обратись к своим полицейским. Скажи, скажи этим, а ты их скажи. Что сказать? Чтобы не работали. Работайте, братья, вы что? Такого мужественного ответа головорезы не ожидали. Автомат в руки. На Магомеда боевики наткнулись случайно. Бежали через лес наугад, а тут полицейский с семьей. Младшие братья-школьники выехали на пикник с палатками. Всех тут же под дуло пистолета. Бандиты, как только добрались до интернета, тут же хвастаться. Видео в сеть. Момент, где Магомед отказался подчиняться, правда, вырезали. Полную версию нашли, когда под дулом автоматов оказались уже сами боевики. Правоохранители вышли на след. Наши сотрудники, которые погибли в июле этого месяца при этой контртеррористической операции, точно так же себя вели в этом бою. Я считаю, что это огромнейший пример для сегодняшней нашей молодежи, что все в наше, казалось бы, мирное время офицеры, молодые офицеры совершают такие героические поступки. Дома у Магомеда осталась жена и двое малышей. Они всегда знали, чего бы ни случилось, папа защитит. Он смелый был. Он пусть убьет ему правду. Правду он говорил вот так. Пусть, говорит, работает. Убейте, говорит, я не уйду с работы. Для офицера Нурбагандова присяга была всем. Едва закончил школу, поступил в Дагестанский государственный на юрфак и только. В жизни он тоже такой же герой был, потому что я... Редко такие люди встречаются. Был настоящим другом. Человек позитивный, от которого энергетика позитивная исходила однозначно. Был таким справедливым, честным, человечным он был. Всегда отвечал за свои поступки. Как только выпустился, сразу в органы. Человек не отказался перед лицом смерти от своих идеалов и не признал своих братьев и друзей отказаться от службы в полиции. Понимаете, он погиб за свое дело. И я уверен, что пока такие ребята служат в спецназе, в полиции, в других силовых ведомствах, победа будет только за нами. И враг не пройдет. В память о героическом поступке видео спецоперации выложили в интернет. И сослуживцы, и родные, и близкие, и те, кто узнал о Магомеде из новостей, день за днем не перестают писать на его странице в социальной сети. Мы помним, мы гордимся, работаем, брат. Антон Лядов, Саркар Магомедов, Наталья Новгородова, Дмитрий Булыгин.